Что не так? В этом вопросе в очередной раз разбирались за круглым столом представители общественности, местных властей, лидеры НКО, городских и районных сообществ. Встречи в таком формате проходят в правительстве еженедельно. За последние 7 дней в региональную общественную палату поступили десятки жалоб от жителей области. Некоторые из обращений были свежими, другие звучали на совещании уже неоднократно. Например, тема несанкционированных свалок в Больших Ключищах и загрязнения массовых мест отдыха. Неравнодушное население просит помощи. Спасение от отходов требует пляж у Юловского озера и берегу Волги в Белом Яре. Глава региональных общественников Александр Чепухин отмечает, что комфорт и эстетика районов зависит прежде всего от самих граждан. Адресуя к поговорке: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Я хотел бы обратить внимание на то, что это не только проблема Юловского озера. Это проблема вообще воспитания тех людей, которые приезжают на отдых. Это проблема того же, наверное, всех и прилегающих к Ульяновску муниципальных образований, и тех районов, где вот есть излюбленные места посещения горожан. К сожалению, такие вот горожане. А вот жители Корсунского района сетуют на работу полицейских. И если этот вопрос не в введении местной администрации, то ускорить процесс реконструкции стадиона в Языково власти вполне в силе. Спортплощадка в ее первозданном виде функционирует больше 100 лет. Хотим заново поле подготовить, посеять вот эту траву и плюс и ворота поставить, и сетки натянуть. Ну а с трибунами и с раздевалкой, там она тоже пришли всем негодность. Конечно, там вопрос будущего, будем через народную инициативу или, может быть, отдельный проект готовить, входить в областную какую-то программу. Еще одной животрепещущей темой стало водоснабжение, а точнее постоянные перебои в работе. Подобная проблема есть в селе Труслейка Индинского района. От износа водопроводных сетей страдает население Вишкаймы. Ржавая вода течет из кранов в домах жителей Майнского района. Это осадок, который накапливается в трубу. С этим бороться как? Я думаю, что все прекрасно знают. Систему промывать надо. Где-то скрывать, где-то давать лишнее давление, потому что этого мы из системы не уберем. А чтобы людям дать чистую воду, достаточно вот такую одну очистную систему поставить. Есть обращение в сфере здравоохранения. Так, в Базарно-Сызганской районной больнице, со слов жителей, остро стоит вопрос нехватки узких специалистов. А в Сенгелеевском районе, исходя из обращений, наоборот, медперсонал сокращают. Население Павловского района просит обратить внимание на плохое уличное освещение. В Сурском районе недовольны тротуарами. А в Николаевском просят отремонтировать Дом культуры. Все озвученные на совещании вопросы поставлены на контроль. Обратиться в общественную палату области может каждый. Оставить письмо можно в группах палаты в социальных сетях, а также на официальном сайте. Конструктивную критику озвучат на круглых столах. Единственное условие – не анонимность. Это нужно для обратной связи. Рената Алюлова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.